мы приехали в домик на острове, а на обратном пути это было вообще супер. Товарищ улетел на тачке. На нем была маска от коронавируса. Нахуя ему в лесу, где живет, блин, 5,5 человек, маска? В общем, поездка у нас удалась. Давай езжай! Блять, не перевернем! Да не, нормально! Телефон висит где-то полметра. Езжай! Давай! Выкручивай еще! Да! Стой! Выкручивай, давай! Все! Выкручивай теперь на меня! Все! Вот так пока! Все! Езжай! Вперёд! В обратную сторону! Выкручивай, Вперёд! Право крути! В другую сторону его! Право! Прямо его! В другую сторону его! Право! Ты не смотри на меня! Вперед, не смотри! Направо! Да, вот отсюда аж. Вообще это шикарно. Это как-то я говорю. Блять, вот это был контент, я понимаю. Редко такое бывает. Покажем своим друзьям. Ладно, выключай, все.